Привет, ребята. Ну что, сегодня, как и вчера, я на Just Case. Я же сказал, что сегодня буду на нем третий день открывать. Вот, и я буду сегодня открывать на нем третий день. На баланс также плюс 250. Вчера там что-то оставалось, короче, вот, поэтому такая сумма. Хотя я не понимаю, у меня же оставалось что-то 10 рублей, я закинул 250, откуда 12? Черт его знает, короче, ладно. Это не суть. Также будем открывать армейское, также будем открывать по одному. И сегодня единственное отличие, я расскажу о конкурсе, который у нас, о розыгрыше, который будет у нас проходить в это воскресенье. То есть если мы набираем, то есть канал набирает 150 участников, то есть будет 100 под 150 подписчиков, то я разыграю 3 скина. Я буду разыгрывать непосредственно 3 скина. Если 150 подписчиков не наберем, то я буду разыгрывать всего лишь один скин. Что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Нужно быть, соответственно, подписчиком канала, лайкнуть этот видос и в комментариях написать одно единственное слово «участвую». Запомните, ребята, подписка, лайк и «участвую» в комментарии. Запомнили? Ну, молодцы. Вот. Также хочу сразу забежать вперед и сделать маленечко, приоткрыть завесу. То есть перед розыгрышем, естественно, у нас будет небольшая разминка. И разминку я буду делать на сайте EasyDrop. А поэтому, ребята, мне от вас нужны ваши промокоды. И счастливчика, чей промокод я буду вводить, я выберу при помощи рулетки. Чтобы, естественно, принять участие, просто ставите лайкос, в комменты скидываете свой промокод под этим видео. И потом я уже выбираю того человека, чей промокод, естественно, введу. То есть там не важно будет, какой у вас будет промокод, 30, 35, 40%. То есть значение это ровным счетом никакого не будет иметь. Я буду вводить тот промокод, который выпадет. Запомнили? Лайк, промик в комменты, и я выберу победителя и его промокод введу. Ну, а соответственно, чтобы принять участие в розыгрыше скинов, вам нужно подписаться, поставить лайк и в комменты написать «участвую». Отлично. Ну что, сколько мы уже? 90 рублей слили, да? 90 рублей. Сумасшедшие бабки слили. И ничего путнего не выпало. Вот. Я так понимаю, сегодня just case. Мы с тобой попрощаемся. Только вопрос в том, где открывать. Где открывать? Ну, я там вроде на ГГ закидывал бабло. Может, там пооткрываю, посмотрим. А может, на форсе пооткрываю. Не знаю, в общем. Будет, как говорится, день и будет пища. Завтра определимся. Завтра мы определимся. Блин, а я точно вчера этот кейс открывал? Вроде его я открывал вчера. Ну, забыть, что открывал. Ну что, слив все ближе и ближе. Так, подожди, а что-нибудь хотя бы более-менее сочное бы выпало, чтобы, может, в это, в апгрейды было закинуть. А то как бы так прям шлак. Ну, изик. Ой, изик, блядь. Джастик. Just case. Что я могу тебе сказать? Я тебе могу сказать только бай-бай. То есть бай-бай. Сегодня третий день. И после этого я машу тебе рукой, ручкой, рученькой своей. И говорю бай-бай. Отдыхай. Отдыхай. Ну, как бы. То есть, смотри, ты мне даже не даешь повода. Ты не даешь мне повода на тебе вообще задержаться, понимаешь, just case. То есть, ну дай мне хотя бы какой-то повод, чтобы я на тебе задержался, чтобы я проявил к тебе интерес и еще на разок на тебе заглянул к тебе. А? Че, все-таки не хочешь, да? То есть ты такой упрямый, ты такой упертый. Ну хрен с тобой, че? Что ж поделать? Что ж поделать? 308 участников, а это лайфлента из одних моих скинов состоит. Я что-то не понимаю, что происходит. Вот снова. Вот тут какой-то декс человек один был. Что здесь делают тогда 300 вот этих человек? Что они открывают, если в лайфленту только падают вот эти лайфленты из моих говноскинов? Вообще непонятно. Смотри, вот снова мой говноскин выпал. То есть вот человек, который... Ну давай еще кого-нибудь найдем. Да тут нету. То есть смотри, вот тут все. Или здесь зависит от того, какой кейс ты открываешь или что. Ну-ка, давай попробуем сейчас, ну, например, ради прикола, просто в другой какой-нибудь кейс заглянем. Там будет, ну, тут вот я вне кейсов нахожусь, да, то есть вот здесь вот так вот. Какой тут есть то, о, чтобы мне там бабла хватить. Ну, давай вот в эту херню заглянем. Здесь, ну, здесь то же самое. То есть лайф-лента это лайф-лента. Тут не имеет значения вообще, походу. Похоже, не имеет значения.
Короче, какая-то муть непонятная. А, не, я не понимаю, что здесь делают 306 человек. То есть они. Что они там делают? О, 14. Он кому-то там что-то. Смотри, кому-то что-то выпало. Статрек. Ну, статрека, в принципе, падает хорошо. То есть до хера всякого статрека падает. Вот, ну, это ж не показатель. Вот это, наверное, какой-то годный скинчик там выпал. МАК-10. Не ануар, да? О, это вообще херня, наверное. Рублей 2 стоит. 41. Ой, ёптать, первый скин на 41 рубль. Так, если сейчас я его забарыжу, если я его сейчас забарыжу, то я могу открыть только один, да? То есть на 2 не хватит. На один. А если я попробую сделать апгрейд? Апгрейд. Ну-ка, давай. Апгрейд. Что ты, где ты тут мой за 40 рублей? Вот тут у меня что-то еще есть там, да? Апгрейд. X20, да, прикиньте, запендюрить. Это борзота. X10, 10%, пятерка, 20%, да, X2. Ну, давай мы это, мы не будем борзеть, мы X2 сделаем. Так, подожди, сбросить. Ну-ка, а что ты, почему ты мне тут? Я же X2 хочу. 41, да, вот это. Ну, давай вот это попробуем. Давай попробуем. Ну, это должен залететь, да? А, нет, прикиньте, нет. Ну, вот и все, вот и все. Вот и все, вот и кончился солнечный бег. На ладони ложится тихий западный снег. Так, случайный. Ох ты, как ты хочешь, да? То есть вот это, да, вот хуй тебе. Не дам. Не дам. Отдыхай. Ребят, ну что, видите все сами. Сегодня я прощаюсь с Just Case, потому что никогда я этот сайт я не любил. Я никогда этот сайт не любил. Вот, и сейчас он дал мне еще один повод для того, чтобы моя раз для того, чтобы моя нелюбовь к нему подтвердилась. Вот, тут 11 рублей осталось, хер с ними. Может, когда-нибудь я еще на него вернусь, но не завтра, не в ближайшем месяце, это скорее всего. Точно. Ребят, в общем, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и обязательно скидывайте свои промики на EasyDrop, а также участвуйте.